Хо-хо, ребятки! Всем привет! С вами Борода, ВТХ. И сегодня тот редкий случай, когда Борода отправляется не в компанию, а отправляется на арену, чтобы добыть несколько сундучков, наказать нескольких бойцов и собрать побольше славы. Поехали! Я надеюсь, это будет легко. Алика какой-то против меня, у которого даже нету эпик-карт. У чувака, кажись, тебе будет больно, потому что я слишком крут для тебя, братиш. Так, мы в игре. Блин. Давайте-ка мы сразу выпустим самую читерную девулю. И пускай она их нахер наказывает вместе с детком Аркинсоном. Вот так вот. Еще и Грету сюда. Ну, вам хана. Все, суши весла, дедок. Давай, дымная попка. Видели мы такую, ничего страшного. Дымной попкой нас не напугать. А вот моя эпик-карта будет надирать вам задницу. Так, ну вот и все, в принципе, да, ребят? Вот такая вот изи победа. Я, кстати, не знаю, это реальный игрок или нет. Ну, Алика. Алика, я думаю, это реальный игрок. Черт возьми. Только почему он настолько слаб? Это просто жесть. Ну серьезно, я ожидал чего-то большего. Мне в компании гораздо сложнее было выиграть, нежели против игрока. Смотрите, 30 кубков как с куста. Просто изи. Блин, я вообще красавчик, что я жалуюсь? Я тут на халяву сундук получил. Кстати, сундуки открываются всего в часик. Вот это мне очень сильно нравится. Так, кто у нас дальше? О, смотри, а тут карты уже поярче. Видишь, у него совсем противоположная мне колода. У него тут орки, огры есть. Ну что, это будет интересно. Арена Мастер XS, второй левел. Поехали. Кстати, карт прокачка у него тоже весьма недурная, я вам скажу. Ну что, с кузнецом хочешь повстречаться? Давай, кузнец и дедок Аркинсон. То, что надо. А ну-ка, бэм. Давай еще раз. Ого. А вот это уже серьезная предъява. Вы посмотрите на этого огра. Это, конечно, жесть. Не, ну он реально огромен. Пипец. Давай Лузи выпустим, а то сейчас начнет дамажить по мне. Добивай Лузи. О, черт возьми, прям по башне. Ты прикинь. Ну, увы, ему это не помогло. Но карта была крутая. Знаешь, чем-то напомнила Кор Гига в Клэш Рояле. Если ты со мной согласен, не забудь написать об этом в комментариях и поставить палец вверх. Так, хорошо, еще один сундук есть. А можно сразу? Ах, не, нельзя. Я-то думал, тут можно несколько сундуков сразу, но хрен тебе. Так, хорошо. 90 кубков есть, 2 победы есть. Следующий противник Франко. Берегись меня. Так, мы в игре. Сразу читерную карту нашу выставляем. Она уже начинает убивать. Хорошо. Давай. Анжелку. Ох, как хорошо. Блин, прям вовремя, вот понимаешь, вот вовремя, нечего больше добавить. Нереально круто она вошла и прям так шмак и забрала на себя весь урон. Смотри, еще и сразу эта эпик-карта та же самая. Блин, это самая читерная пока что эпик-карта, которую я видел в игре. Но она невероятная просто. У нее что дистанция, что дамаг просто бешеный. Я тащусь от этой карты. 30 кубков от Франка прилетело мне в копилочку. Да, мне это определенно нравится. Так, поздравляем, ты достиг... Так, что? Ты достиг Лига любителей курят, вторая лига. Ага. Ну, мне кажется, разработчикам стоит немного поработать над текстом, а то написано немного неграмотно. Ух ты. Золотой сундук Арена 2. Ни хрена себе. А вот это уже громкое заявление. Неплохо, ребят. Я перевалил на вторую арену всего лишь за 120 кубков. Мне это определенно нравится. Так, Костик. Костик. Что ж у тебя столь слабые карты? Хана тебе, Костик. Ну что, давайте-ка накажем очередного салагу, ребят. Вызываем нашу чит-карту вместе с Джоу. Давай, Джоу, быстро. Ой, как вовремя. Это было невероятно вовремя. Согласны, ребят, или нет? Еще бы немножко, и меня бы задамажили. Но Анжелка, давай тоже пока не бушуй, пожалуйста. Лузи выпускаем и вражескую башню уничтожаем. Давай, дымную сопку заодно тоже. Так, давай. Грета, беги. И это победа, ребят. Очередная победа, причем очень яркая и быстрая. Ну, в принципе, как всегда. Хорошо.
Так, спасибо. Да, я знаю, я крут. Так, и еще 30 кубков. Интересно, мы сможем добраться так же легко до третьей арены? Так, что это такое? Так, это твой профиль. Да, ух ты, можно приодеться, что ли? Ни хрена себе, иди и верни себе былое величие. Давай. Так это все как бы за денежку стоит. Опа. Да, это, конечно, круто, но 100 кристаллов на это я бы не потратил. Уж простите, но нет. Хорошо, идем дальше. Так, да, я знаю, что я не могу получить новый сундук. Тоже мне новость, не так ли, ребят? Так, по картам. Есть одна редкая в наличии. Уровни с карт прокачка слабая, поэтому можно отправляться с легкостью, не боясь поражения. Мы в игре. Так, уже вижу, кого можно выпустить. Это будет Анжела и Кузнец. Вот Анжела, а вот Кузнец. Вперед, ребят. Давай. Анжела принимает на себя весь удар, а Кузнец, естественно, откидывая, дамажит. Хорошо, минус, минус. Так, дальше Дедок Аркинсон. В подмогу выбрасываю еще и Джоу. Не хотелось бы потерять Анжелку, но, увы. Минус Анжела, ничего страшного. Так, и, в принципе, атака на башню. Вот, все, это победа, ребят, даже не заморачиваясь. Отлично. Красочная очередная победа, 30 кубков копилочку. И я думаю, на этом моменте, ребят, я могу смело с вами прощаться, потому что я отлично откатал 5 каточек, 5 победных каточек, ребят, без малейшего намека на поражение. Если вам понравилось то, как я играл, если вам нравится моя связочка и нравится эта игра, пишите об этом в комментариях и ставьте пальцы вверх. Ну а на этом все. Подписывайтесь на канал и до скорых встреч. Пока-пока.